Всем привет, вы на канале Cherry Taxi, с вами Вишняк Владимир. Ребят, сейчас пока ехал домой, услышал опять от коллеги планы на то, чтобы завтра выполнить цель. Завтра воскресенье, последний день недели. Цели сейчас недельные. Честно, очень удручает эта история с целями. И я хотел бы напомнить, я уже записывал ролик на эту тему, что персональные цели – это не способ заработка. Персональные цели – это способ самомотивации. И там нету краев. Яндекс не будет руководствоваться какими-то нормами безопасности или человечности. У него нет такой задачи. Он рассчитывает на то, что водитель не будет нарушать режим труда и отдыха. Он рассчитывает на то, что водитель будет сам понимать, когда это небезопасно и остановится. Вот. И о том, что у водителя нужда в деньгах, там никто не думает. Вот. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Вот вам скриншот. Это сообщение, которое получил коллега 28 числа. Посмотрите предыдущие сообщения. То есть каждую неделю его персональная цель растет. Вы посмотрите на эту цифру. Я надеюсь, вы понимаете, что это за цифра. Понимаете, что она постоянно увеличивается, а он постоянно ее выполняет. Если, ну, коллегам вот в Москве показать эти цифры, они скажут: да ну, это невозможно, это небезопасно, это с ума сойти. Вот. А в Краснодаре человек просто упирается и делает. Все в погоне за вот этими бонусами. Да, для Краснодара это огромная сумма. Да, ради нее там будут землю взрывать. Но это небезопасно. Ребят, поймите, там стоп-крана нету. Сегодня 170, завтра будет 200. Яндекс и 300 нарисует, у него просто сработает алгоритм, что надо водителя мотивировать. И все. Там ни о какой безопасности никто не говорит. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на эти цели. Если вы делаете 170 заказов просто в своем обычном ритме, тогда да, тогда есть смысл получать. Если вы не дотягиваете до этой цели там 2-3 заказа, ну да, наверное, можно напрячься, где-то сэкономить, где-то чуть ужаться, но если вы не дотягиваете 20-30 заказов, ребят, не стоит. Вот просто не стоит, потому что это чревато ДТП, проблемами со здоровьем и так далее. Будьте аккуратны, включайте голову.